Да, пошли. Они, кстати, и хорошие актеры тоже. Уже неделю снежный десант штурмует 20 районов края. Выступают для жителей, играют с детьми, старшеклассникам помогают определиться с профессией. И раз уж ты мечтаешь стать у нас врачом замечательным, хорошо, что у нас есть человек, который уже учится на Алтайском государственном медицинском университете, сейчас расскажет нам об этом. Десант – акция с богатой историей. 51 год назад она зародилась именно на Алтае, а сейчас ее переняли десятки регионов. У нас в Пермском крае тоже есть акция, похожая на акцию «Снежный десант». Называется «Десант Прикамья», но наша акция совсем молодая, ей всего 5 лет. И это, я считаю, что это прекрасная возможность проявить себя со стороны своей доброты, помочь бабушкам, дедушкам. Спасибо вам большое за все, за ваш труд, за внимание. Спасти селян от аномальных сугробов, пожалуй, этой зимой одна из главных задач студотрядовцев. А что еще делать, когда тракторов не хватает? Чтобы оставить свой след, у десантуры не так много времени. Акция продлится до конца недели. Андрей Дриер, «День с толком».